КПП убраны, но карантин все еще действует. Наш материал о том, как обстоят дела в Маргаушском районе, где был обнаружен больной африканской чумой кабан. Развивать торгово-экономические отношения. В Абхазии может появиться торговый дом, где будут представлены продукция крупнейших предприятий Чувашии. Просторный и со всеми удобствами. Многодетной семье из Яльчикского района вручили ключи от нового дома, который они ждали 7 лет. Здравствуйте, в эфире «Вести Чебоксары». О событиях вторника расскажут корреспонденты ГТРК Чувашии и я, Анна Давыдова. Сегодня с самого утра Чебоксары, Новочебоксарска, а также территории Чебоксарского, Мариинско-Посадского и Козловского районах окутал смог, стоял едкий запах гари. В региональном МЧС объяснили, ветер подул с севера и принес с собой дым из горящих марийских лесов. Спасатели просят жителей Чувашии не паниковать, так как дым не является токсичным. Горожанам, беременным женщинам, детям и людям с ослабленным здоровьем советуют по возможности не покидать свои дома, а окна и форточки держать закрытыми. В таких условиях людям рекомендуют также употреблять как можно больше жидкости, использовать увлажнитель воздуха в помещении и снизить физические нагрузки. Ликвидация очагов природных пожаров в Мариэл все еще продолжается. Свою помощь соседям в борьбе со стихией накануне предложил глава Чувашии Олег Николаев. Об этом, по данным ТАСС, он заявил в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия-2021», который сейчас проходит в Московской области. Пока от помощи чувашских огнеборцев коллеги из Мариэл отказались. Добавлю, что сейчас площадь активного горения в соседней республике составляет 27 гектаров. Это почти вдвое меньше, чем в прошедшие выходные. В тушении задействованы около 1000 человек и 175 единиц техники, в том числе и авиационная. Наибольшее затруднение задымление может вызвать в утренние и вечерние часы, когда смог концентрируется в приземном слое. К полудню земля прогреется, и под воздействием восходящих потоков воздуха дым поднимется вверх. Из-за засушливой погоды в лесах Чувашии также сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности. Посещение гражданами лесных массивов и въезд автотранспорта на их территорию временно запрещены. Для контроля за соблюдением ограничений действуют мобильные патрульные группы из числа инспекторов государственного пожарного надзора, сотрудников полиции и работников лесхоза. Почти две недели назад в республике установили карантин по африканской чуме свиней. В связи с этим охотникам разрешили отстрелить около 500 диких кабанов, в том числе 106 особей на территории Маргаушского района, где и обнаружили больное животное. По данным региональной госавиатслужбы, за неделю бригада охотников добыла порядка 20 кабанов. С этой недели все 6 пунктов КПП, установленных на въездах и выездах из населенных пунктов Маргаушского и Аликовского района, убрали. В региональной госавиатслужбе объяснили такое решение тем, что в хозяйствах изъяты домашние свиньи и на местах в полной мере проведена дезинфекция. Но это вовсе не означает, что карантин закончился. Мониторинговые исследования свиней, оставшихся в зоне наблюдения, продолжаются, говорят в госавиатслужбе. Только после получения отрицательных результатов, примерно с 14 сентября, на территории Маргаушского района будут сняты карантинные ограничения. Но даже после этого разводить в подворьях свиней людям все еще будет нельзя. После отмены карантина продолжаются запреты. На протяжении 180 дней после отмены карантина запрещается ввоз и вывоз свиней на территорию угрожаемой зоны. И в течение года после отмены карантина запрещается заниматься свиноводством. Напомню, чтобы не дать распространиться опасной болезни, из 13 личных подворий и одной из сельхозорганизаций Маргаушского и Аликовского районов было изъято больше 200 свиней. Все владельцы животных уже получают компенсацию из резервного фонда республики. На эти цели выделили более 1,5 миллиона рублей. Отмечу также, что сегодня плотность популяции дикого кабана в республике превышает требуемые нормативы практически в 2 раза. В региональном Минприроды планируют исправить ситуацию в самое ближайшее время. Министерством планируется доведение численности кабана до нормируемой плотности 0,25 особи на 1000 гектаров. На данный момент этот показатель у нас сейчас составляет порядка 0,5 особи на 1000 гектаров. Количество особей кабана связано в том числе с естественным увеличением численности.
320 случаев отравления спиртосодержащей продукцией зафиксировано в Чувашии за первое полугодие. Это почти 43% от общего числа отравлений. Такие данные привел министр экономического развития республики Дмитрий Краснов в своем докладе о ситуации на алкогольном рынке региона. Факты свидетельствуют о необходимости усиления контроля за реализацией алкогольной продукции и пресечения фактов незаконной реализации. Министерством будет усилена работа по данным направлениям. Особое внимание будет уделено проведению подобных мероприятий, выездных проверок и контрольных закупок. Здесь очень важно организовать межведомственное взаимодействие. Здесь и участие федеральных органов соответствующих, и республиканских, и обязательно там муниципалитетов и глав поселений, потому что, так сказать, и очень важно разработать вот те алгоритмы, и в том числе правовые основы для борьбы вот с нелегальным или контрафактным и так далее алкоголем. Провести анализ ситуации, предложить меры по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции должна будет специальная рабочая группа, которая создана в Чувашии по поручению руководителя региона. Как рассказал Дмитрий Краснов, в республике 600 организаций имеют лицензию на розничную продажу алкоголя, которую осуществляет в более чем 3000 объектах торговли и общественного питания. За первые полгода было проведено около 400 проверок, в результате у 212 организаций и индивидуальных предпринимателей обнаружили нарушение лицензионных требований, которые предъявляются к реализации и учету алкогольной продукции. 38 юридических лиц и 13 предпринимателей привлекли к административной ответственности. В столице Абхазии может появиться торговый дом, где будет представлена продукция крупнейших предприятий Чувашии. Сегодня вопрос торгово-экономического сотрудничества представители столичной администрации обсудили с руководителями организаций и коллегами из Сухума. Взаимодействие будет направлено на продвижение и развитие в первую очередь электротехнического кластера. Из-за пандемии это пока одно из возможных и разрешенных направлений для сотрудничества, отметили на совещании. Коллеги из Абхазии заинтересованы в оборудовании крупнейших предприятий региона ЧИАЗа, ЭКРЫ, ЭЛАРЫ, Чувашкабеля, а также в продукции пищевой промышленности. С нашей стороны первые шаги уже в плане торгово-экономического взаимодействия с городом Чебоксары сделаны. Начали с малого, мы заказали на заводе Четра два погрузчика для городского хозяйства. Буквально на днях их уже должны последние дефекты установить и уже к нам направить, поэтому мы настроены на взаимодействие. Я понимаю, может быть, это не самый такой, да, масштабный, объемный заказ, но решили начать с малого, посмотреть, как это все работает. Дальше будем потихонечку также наращивать. Да. Наращивать, да. Мы уже поставляем продукцию электротехнического кластера в более чем 30 стран мира. При этом развиваемся и готовы налаживать новые связи. Сотрудничество, конечно же, для нас очень ценно с вами. И мы надеемся, что реализуем много важных, значимых проектов. В многодетной семье Исаевых из Яльчикского района огромная радость о расширении. Семья мечтала последние лет 7, столько стояла в очереди, как нуждающиеся. И вот, наконец, им вручили ключи от просторного дома. Когда семья отпразднует новоселье, расскажем в нашем материале. В дружной семье Исаевых подрастают семеро детей. Раньше, вспоминает многодетная мама Тамара Исаева, приходилось ютиться в маленьком деревянном доме, где была всего одна комната. Все 7 лет, пока стояли в очереди на расширение, голову не покидали мысли о новом доме. И вот мечта сбылась. Рабочие появились на стройплощадке в селе Ишмкеево в прошлом декабре. За 7 месяцев здесь вырос двухэтажный кирпичный дом. Газ, вода и электричество в нем тоже есть. На возведение жилья из казны выделили чуть больше 3 миллиона рублей. В районе стараются активнее поддерживать многодетных, говорят в местной администрации. До Исаевых благоустроенные дома въехали 12 семей. В перспективе ключи должны получить еще 7 многодетных семей района. В нашем Яльчинском сельском поселении для многодетной семьи мы построили первый дом. Ранее был построен дом для инвалида. Вот в перспективе есть у нас семьи, которые могут
претендовать на такие дома. Есть такие семьи, которые у вас на нынешнее время по 5 детей. В новом доме просторно. 4 комнаты, кухня, 2 санузла. Есть даже погреб, кладовка. Сейчас все семейство с радостью обустраивает быт. Покупает новенькую мебель, декорирует пространство. А дети уже определились, кто в какой комнате будет жить. В этом доме наша комната светло и красиво. Мы уже тут себе выбрали комнаты. Мечтаем быстрее тут перебраться, пожить. Есть плита, котел, вода. Все есть у нас. Огромное большое спасибо. Окончательно перебраться в новый дом и отпраздновать новоселье Исаевы планируют, как только глава семейства вернется из Москвы, куда он поехал на заработки. Екатерина Данилова, Екатерина Орлова, Алексей Енекин, Дмитрий Макаров, Вести Чебоксары. Делать что-то в республике впервые – это и почетно, и ответственно. Для Ольги Голованевой, автора проекта «Вдохновение в сказке», победа во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2020» стала началом насыщенного в творческом плане года. Теперь ей и 40 членам команды волонтеров нужно решить много задач. Шить коллекцию, провести 2 конкурса для детей и студенчества, покорить подиумы фестивалей и даже создать энциклопедию народного костюма. Героиня русской сказки. В рамках нашего проекта мы создали и такую красоту, которая может быть одухотворена, оживлена участниками каких-то детских театров, кукольных театров, да, театра юного зрителя. В руках Ольги Голованевой кукла в южно-русском костюме. Студенты Чебоксарского художественного училища работали над созданием образа по историческим источникам. Все от головного убора, рогатой кички до бусы поточков сделаны руками юных мастериц. Связь традиций современных прочтений – вот та задача, которая решает проект «Вдохновение в сказке». В качестве волонтеров не только воспитанники художественного училища, но и студенты различных вузов республики, а также школьники. Они встречают туристов и почетные делегации – участвуют в открытии тематических выставок и различных конкурсах. И часто побеждают. Среди последних достижений – награда за первое место в международном конкурсе, который прошел в Казахстане. В сказочном проекте, итоги которого подведут в декабре, тоже уже многое реализовано. Всю весну проходили мастер-классы среди общеобразовательных и художественных школ республики. Ребята обучали росписи, работе с мягким стеклом, с натуральной кожей, давали основы набойки и печати, изучали ремесло вместе со специалистами по деревообработке и по гончарному искусству. Научили, теперь пора и лучших определить. Сейчас разработаны положения 2 конкурсов. Республиканский для самых маленьких деток по сказкам, как раз-таки по русскому и чувашскому фольклору и фольклору народов Поволжья. «Сказка дарит вдохновение», так будет называться этот конкурс. И для более взрослой обучающейся и студенческой аудитории это конкурс всероссийский «Мой край, моя Россия», где мы также постараемся принести нить любви к народному искусству, народным промыслам и, конечно же, народному костюму. Волонтеры готовят и новую чувашскую коллекцию. Их творческий девиз «никогда не повторяться». Поэтому в этот раз для декорирования впервые используется гобелен. Пока работа не завершена, мы еле уговорили показать небольшую часть коллекции для зрителей ГТРК «Чувашия». Увидеть все костюмы, созданные в стенах училища, можно будет и на страницах энциклопедии, над которые тоже трудятся в рамках проекта «Вдохновение в сказке». Анна Филиппова, Дмитрий Макаров, Вести Чебоксары. В Токио зажжен огонь 16-летних паралимпийских игр. В течение 12 дней атлеты с интеллектуальными нарушениями, поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых в 22 видах программы разыграют 540 комплектов наград. В команде Российского паралимпийского комитета Чувашию представляют 5 спортсменов. В легкоатлетической программе летней паралимпиады за награды на марафонской дистанции среди спортсменов с нарушением зрения поборется подопечный столичной спортивно-адаптивной школы Денис Гаврилов. Из-за особенностей зрения дистанцию в 42 километра 195 метров бегун преодолевает в сопровождении ведущего. В этом качестве уже 4-й год выступает заслуженный мастер спорта России, участник 29-й летней олимпиады в Пекине Сергей Иванов. Заключительный этап подготовки марафонцы проводили дома, и перед отъездом в Токио спортсмены пожелали себе удачи. Чтобы все получилось, темп выдерживать и результат показать достойный, как бы личный рекорд установить, и тогда все нормально будет.
На сегодня Денис Гаврилов в мировом рейтинге марафонцев занимает 5-ю строчку. Награды 16-летней паралимпиады в беге на 42 километра 195 метров разыграют в день закрытия летних игр 5 сентября. Таковы вести на сегодня. Хорошего продолжения вечера. До встречи в эфире.